Ну, так что сейчас ну, будем ждать, да. Будем ждать, да. Оставить тех, по кому есть доказательства, что он там ну, сильно нарушал законы и какие-то явно агрессивные действия делал. Только этих людей задержат. Остальных обещают сегодня отпустить. Но, пожалуйста, подождите немножко. Сейчас сюда прибудет делегация прокуратуры и совместно будут рассматривать дела и сразу отпускать. Но это займет какое-то время.